В России пройдут международные фото- и видеоконкурсы работ, сделанных при помощи дронов. Фото участников должны соответствовать категориям – люди, животный мир, городская среда или природа. А видео принимают в категориях экстрим, городской хаос или природа. Представить свои работы могут даже самые юные таланты. Возрастных ограничений нет. Подать заявку можно до 25 августа на сайте мероприятия. Победители наградят ценными призами, а некоторые снимки разместят даже на уличной выставке на ВДНХ. Конкурсы проходят в рамках ежегодного международного фестиваля «Ростек Дрон Фестивал», который состоится 29 и 30 августа в Москве. Главным событием мероприятия станет гонка лучших пилотов спортивных дронов из разных стран. Также на площадке фестиваля поставят зону симуляторов, создадут учебную трассу для начинающих, проведут показательные полеты, научное шоу и мастер-классы от наставников первой в России Академии дрон-рейсинга –